Вы все знаете магическую фразу. Кто знает магическую фразу? Все знают магическую фразу. Магическая фраза звучит: «Привет всем!» И это летсплей, как всегда. Ну, а что еще вы ожидали? Ёжика в кустах, что ли? Черт, я думал, что это будет работать не таким образом. Стоп, погоди. Ладно, сойдет. It's an underground city, right? Tokusa, give us the lowdown. A regular funhouse maze. Nothing but forks and turns everywhere. What about enemy strength? Unclear, but it's a sure bet there's an ambush waiting for you. Sounds like a suicide mission to me. You'll pay for our funerals, won't you, Chief? It's the least I could do. Be careful. Roger. We're going into communications blackout now. Over and out. Честно говоря, я не очень понимаю, как всегда, что именно здесь происходит. Мы, по-моему, кого-то преследуем. И, насколько я понимаю, вы можете видеть мышку, а я нет. Можно, наверное, покопаться в настройках эмулятора, и я смогу видеть мышку. Я хочу подвинуть это гребаное окно, чтобы оно было поправильней расположено. Да, вроде так нормально. Оно все время почему-то сдвигается. Я думал, я когда-нибудь найду идеальное положение, но нет, идеального положения не существует. Но давайте, хватит о ерунде, продолжим. Насколько я помню эту миссию, она не особенно-то легкая. В основном из-за того, что именно из-за того, что здесь совсем мало места. И враги хорошенько могут меня расстреливать. Зато я хорошенько могу расстреливать врагов. Я как будто в каком-то здании, да. Именно поэтому здесь мне так неудобно. Я слишком большой гребаный фуджиком. Для того, чтобы. Да, я помню, что я проходил эту штуку исключительно с сейвами. А теперь-то я должен быть мастером этой игры, потому что я летсплей, я пройду это все без сейвов. Потому что я крутой, Energy Pack я взял, но почему-то. Никакие жизни не восстановились. И мне нужно сюда. И, ё-моё, мне не нужно на эти ракеты. Совсем даже не нужно на эти ракеты. Как подняться-то? А, вот так, что ли? Ага. Хорошо, я сказал. Хорошо, я учту ваше мнение. Боже ты мой. А, ё-моё. Сволочи, а. Как бы мне получше вас выстрелить? Ага, именно так. Я именно это и имел в виду. И еще один. И теперь ты. Угу. Вам нужно по два выстрела каждому, да? Или, может быть, даже по одному. Не знаю. Я запутался. А, во. Немножечко патрон. Угу. И, к сожалению, это мой максимум. Не, точно не знаю, куда надо идти. Возможно, даже сюда, о боже. Будем уклоняться от них так. То потолок, то пол. И это будет самое странное уклонение из всех. О, черт. Я здесь уже не вижу. Так, ну, с другой стороны, зачем мне патроны, если они полные? Что за... Чё? Все, понял. Вижу цели, но не вижу, стреляют они по мне или нет. Но зато эти цели, боже ты мой. Я вам даже больше скажу, мне их необходимо убить прямо по миссии. Что странно. Какой кошмар? Я вроде чисто теоретически должен понимать английский. Чё? Ага. А пришел я откуда? Отсюда. И здесь, возможно, есть лечилка. Нету лечилки. Черт. Блин, я вообще заблудился. Ага. Более-менее. Я полудохлый, я не люблю быть... Стоп. Я только что был здесь. Ладно, в любом случае мне сюда. По всей видимости. Что за хрень вообще? Мне кажется, или он летит вверх ногами? Конечно, мне не кажется, потому что это я стою вверх ногами. И у меня полжизни, и я всего боюсь. Maybe safe, а? Да ладно вам! Хватит издеваться над мистером Фреем и говорить, что он ублюдок и нельзя сохраняться. Ну можно же сохраняться, вы же знаете, вы все хотите этого. Вы просто врете сами себе. Извините за
такое жестокое выражение. Я вовсе не хотел говорить всем своим зрителям, что они лжецы. Это босс, боже мой, наверное, нужно сохраниться. Да, это босс. И не легкий. Не из легких боссов, черт возьми. Вроде бы. Хотя пока что не похоже на то. Он очень смахивает на меня. В смысле возможности передвижения по сумасшедшим поверхностям. Где он вообще? Что за хрень? Блин, что происходит? Я серьезно не понимаю, что происходит. Так, белые штуки это, наверное, ракеты. Ага, он якобы скрылся от меня, но никому не скрыться от моего синего выстрела. Не правда ли? О боже. Да, вы знаете, это очень похоже на боль. Очень сильно смахивает на боль. Получай! Боже ты мой. Я не выстою. Я воспользуюсь сейвом, черт возьми. Правда, два раза воспользоваться сейвом я, наверное, не смогу. Чисто... О боже! Он попал по мне. Эй, почему я не стреляю? Я сдох. Сейф или не сейф? Вот в чем вопрос. Давайте попробуем один разочек. Почему бы и нет? Давайте я притворюсь даже, что это прям игра мне позволила так сделать, конечно. Потому что столь мила, что позволить мне такое. О боже. Нет. Нет, я не позволю так издеваться надо мной. Неправда. Я не такой пушовер, как тебе кажется, ублюдок. А, черт возьми. Вот когда он стреляет этими штуками, можно начинать паниковать. Ага. Это было больно. Ё-моё. Я убегу от них. Я верю, что я убегу от них. А если я во что-то верю, то значит так тому и быть. О, черт. Угу. О! Мне кажется, он меня избил, да? Он меня избил. Это было больно. Нет. Получи. И получи еще. О! Да, нет. О! Получилось. Боже ты мой. Получилось. Yes. МХС. Я сохранюсь на всякий пожарный. Миссия 9. Что там интересного? Control, advise on target position. All units. The target location is Geofront. Geofront? You mean we're going for the reactor? Correct. Analysis indicates that it's the primary energy source for the entire tower. Yeah, but if the Fuchikomas attack, won't that thing blow? Don't worry. There's an emergency fail-safe mechanism. An attack will trigger the control rods and the reactor will shut down. According to the experts, that's the only way to kill the guard system. Let's hope they're right. This is completely nuts. All units proceed. Блин, мы идем к ядерному реактору. И что-то мы хотим с ним сделать нехорошее. И черт возьми, я помню, эта миссия, она сложная. То есть, знаете, есть что-то в ней такое странное. Она вроде бы ничего особенного, но пройти ее нелегко. Не знаю почему. Но она заняла у меня несколько попыток. Поэтому я думаю, одно из двух. Или нужно быть супер увертливым в ней, или супер осторожным. Пока что я стараюсь быть супер осторожным. О! О! Враги? Да? Да. Получай ракет. Все еще жив. Ненадолго. Что это такое? Так, вот это патроны. Я буду ее проходить как можно более обстоятельно. Не понял. О, черт. Страшно. И еще небольшой сюрприз для меня, не правда ли? Это робот, да? Якобы
летающая тварь. Была у меня одна такая. Не в смысле у меня, но помню, я сражался с такими сволочами. О, черт, что-то на потолку шлифится. И сзади то же самое, наверное. А, он попал по мне. Нет, я не хотел этого. Я не хотел этого. Почему ты не делаешь то, что я хотел? О, черт, я охренительно выстрелил прямо по стене. А, больно, больно, больно. Третий выстрел. Это мне пригодится по-любому. И я надеюсь, аптечка. Да, аптечка. Я знаю, там еще одна лежит аптечка. Еще один выстрел. Это совершенно замечательно. О, черт. Эй, какого? Я слишком далеко от него, что ли? Эй, да что ты? Вот так-то лучше. И, maybe, я все-таки убью его. Он как будто в стене застрял. Хотя нет, двигался. Черт возьми. Да, я не собираюсь ловиться на ваши ловушки. Так, что ты мне подсказываешь, что я могу не так сложно убить тебя с потолка? По крайней мере, тебя точно по летающий сверху вниз вертолет. Upside down. Что там? Boy, you turn to me. Бэм. И maybe что-нибудь интересное. Да, да. Еще капелька жизни. Совсем капелька, но... Почему бы нет, если я могу? Взорвался? Взорвался. Подорвался. Разорвался. О, черт возьми. Это было больно. Было больно. И кажется, сюда. Кажется, что... О, черт. Ага, сдохнешь, нет? Вот, ты даже прекратил мою атаку, зараза. Зараза. Кто тебе разрешал прекращать мои атаки? То есть, если я еще не упоминал об этом более обстоятельно, то хочу сказать вам, что если я пытаюсь их ударить ракетами, и в процессе они попали по мне, то, не знаю, в какой-то определенный момент моя атака прекращается. И более того, если я все еще удерживаю кнопку и думаю, что сейчас я начну атаковать ракетами, то ничего не происходит, пока я не отпущу кнопку и не нажму заново. Поэтому в некоторых случаях логичнее их расстреливать прям так, этими самыми, как их, автоматиком, пулеметиком. И мы поехали дальше. Элевейтор, эскалейтор. Насколько я знаю, кстати, этих гребных элеваторов здесь далеко не один. У меня такое воспоминание есть об этой игре. Черт, он опять попал по мне. Да, он опять целится. И он опять попал, если я не ошибаюсь. Да, это полный отстой. У меня уже есть эти штуки, и я, возможно, расстреляю тебя. Нет, ни хрена. Ни хрена! Да как ты посмел отказывать великой и могущественной Трикси? Да, я уже мню себя девицами. Это явно признак болезни. Away! И что здесь хорошего? Да ни черта! О боже ты мой. Здесь можно спускаться. И здесь, по всей видимости, нужно спускаться. Что самое страшное. Здесь что-то есть вроде бы. Жизни. И... О боже. Я не заметил тебя. Не смей атаковать меня, пока я тебя не заметил. Это новое правило, придуманное мистером Фреем. Для особенно умных людей, таких как ты. Я вот здесь нажму сейв. Просто чтобы улучшить нам с вами жизнь. Не делать эту миссию такой отвратительно мерзкой. Черт. Честно говоря, я не очень понимаю, что происходит. Пожалуй, спрыгну отсюда нафиг. На всякий случай. На случай, если меня меньше народу сможет атаковать в этом случае. На случай, если меня сможет атаковать меньше народу в этом случае. Кстати, эти меня точно не могут атаковать в таком положении. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот что значит фуджикома, блин. Так, этот готов. Я готов, чик. Все смотрели Спанч Боба, молодцы. Все его ненавидят, тоже неплохо. Я-то его люблю, но... Дело в том, что на вкус и цвет ублюдков нет. Они только на
на ублюдочность определяются. Элеватор, что-то там. Я нажму на сейф еще раз, просто потому что это нам еще пригодится. Так, это мне не нравится. У меня есть подозрение, что здесь я что-то должен расстреливать. Да, так и есть, так и было, черт возьми. Я постараюсь более-менее уклоняться, потому что у меня есть подозрение, что что-то меня будет атаковать сзади. О, даже не сзади, а спереди. Но я их все равно боюсь, и поэтому буду уклоняться. Застряньте там, я не собираюсь вас избивать, короче. Я лучше подозбиваю тех, кто предположительно будет атаковать меня спереди, а не сзади. И вперед! Да, и я убежал от вас. Ха-ха-ха! Словили, сволочи. Я же говорил, здесь этих гребаных... Как это называется? Ой, блин, это босс. Сейф. И черт возьми, я не понимаю, что происходит. Я понимаю только то, что время ограничено, и я должен что-то сделать. И я примерно помню это место. Да, кстати, у меня здесь обычно нормально не получалось жить-то. Это плохо. И меня все расстреливают. Все имеют меня, потому что они говорят, имейте его и будьте счастливы. А я говорю, да вы охренели! Взрывайся ж ты уже, а? И главное, времени почему-то не прибавилось. Блин, жестокое ограничение времени-то какое, а? Черт возьми. Я не справлюсь. Я не справлюсь. Я поправлюсь. Maybe. О, немножечко времени прибавило. Эта штука, кажется, меня засасывает. Блина! Я не понимаю, что происходит. Я не шучу. Взрывайся. И ты тоже взрывайся. А главное, чтобы я еще при этом не взрывался. Было бы совсем хорошо. Блин, уже помри. Так-то лучше. Я не могу переключиться на другую атаку. Да я умер. Вы знаете, что самое обидное? Я наверняка не смогу даже так же это сделать, как я это сделал сейчас. Но мы попробуем. Начнем, пожалуй, с таких, с обычных, более обычных атак. А продолжим уже более крутыми. Блин, что-то я творю явно не то. Так, извините, я перестартую. И, блин, почему я атакую какие-то верхние лазеры вместо того, чтобы атаковать бочки, которые мне необходимо атаковать? Так-то лучше. И правда ли это похоже на бочки? Блин, или мне все-таки прямо так расстрелять? Потому что иначе, видимо, я все-таки атакую лазеры, и это нехорошо. Нехорошая вещь. Нехорошая. Так, еще одна. Блин, дурацкие зеленые штуковины. Ага. Ага. Не поймаешь. О, боже. Я знаю, после этой дадут немножечко времени, да? Да? Взрывайся, что уже. Не дали времени. О, черта. Теперь дали. Хрень какая-то. А, дают время, когда я взрываю не их. А когда я взрываю, наверное, лазеры или что-нибудь в этом духе. Да, за счет смерти лазеров мне дают дополнительное время, и мне совсем не дают дополнительных жизней. Вот что самое плохое. Черт побери. О, боже ты мой. Ну, увидели, я специально синюю приберег. О, черт. Это я, да? Ну, я молодец. Я все хорошенько сделал. Are you all right? Impressive, rookie. The new guy's doing just fine. The reactor's going berserk. What? Somebody's controlling it from above. We can't stop them from here. What's going on? I don't know, I swear.
This'll make Chernobyl look like a picnic if that core melts down. If you're not shielded, stay in your Fuchikoma. Everyone up top. We're gonna cut off Zebra's command. Wait a minute. I'll take out the protective barrier. Go on. There's no time to do that by yourself. I'll help. No, you've got to back up the rookie. You heard me. I said get going. Why argue? See you later. You don't think I'll be there? Get going now. Боже, там еще одна миссия? Я думал, это была последняя миссия. В любом случае, сейф. The Major was crazy enough to go inside the reactor. Is there any other way to shut it down? If you can commandeer the building's control room, that would be the surest way, if there's time. Where is it? It's the entire 97th floor. I'm relaying the data and layout to you now. Hey, Bateau. Why don't I look for the sub-control? There's gotta be one. If we could stop it from there... Genius! Did that come from you? Go for it. Me and the rookie are heading for the control room. Hurry! You're only minutes away from critical mass! Roger. Bateau. Be careful. Yeah, you too. Let's go, kid. Фух, так. Все, что я знаю, что время, черт возьми, ограничено. А, я, слушайте, я помню эту миссию. Не то, что я помню, я, скажем так, я помню, что что-то такое было. Но время не ограничено почему-то. То есть я имею в виду, таймера нет. И это, кстати, хорошо. Ну да, я помню это место. В том смысле, что я гонял по этим гребаным коридорам, и мне было неприятно. Я помню эту, черт возьми, эту пушку, которая стреляет, как сумасшедшая. Так, и сзади меня огнетчик! Это нехорошо! Not a good thing at all! Да, отлично. Так, и несколько вот таких вот коридорчиков, это я отлично помню. Эдеть! Так, ты не представляешь особой угрозы, и я, черт возьми, опять пытался выстрелить по тебе ракетами, но ничего не вышло, и поэтому я сдался, я признаюсь. Надо же, клево получается стрелять по ним сбоку. Может быть, так ты не сможешь мне навредить? Черт возьми. Продолжаем путь вперед, и что-то там... Есть стреляющая мерзкая, ну, к черту, не хочу с ними связываться. А, это дорога на, как это, elevator, escalator и прочие да. Короче, нехорошие вещи. О боже, опять ты. Я сохранюсь, потому что я долго пишусь. И, возможно, мы продолжим с какого-нибудь, кстати, места в этой миссии. Блин! Не сначала, потому что... О, черт! Потому что это слишком длинная вещь. О, кстати, я помню эту музыку. Отличная музыка. Гениальная музыка, я бы даже сказал. То есть люди, которые писали этот саундтрек, это великие люди. Я так понимаю, создатели игры действительно заботились о музыке. Это заставляет меня радоваться. О, черт! Ага. Так лучше. Нет, не попадешь. Ты был стреляющий. Я думал, что ты был не стреляющий. О, боже мой, еще одни ракеты. И насколько я помню, вот если я пройду сюда, то кажется, я встречу. О, боже ты мой! Здесь есть вроде бы аптечка. Я прям помню это, потому что эта миссия далась мне далеко не с первого раза, и я ее более-менее запомнил. Так, огнемет. Дохлый огнемет. Maybe еще кто-нибудь хочет огребсти по полной. А кто-то хочет, действительно ведь. Вернее, в конце этого будет еще один гребаный босс. К черту вас всех, не хочу. Пусти. Я знаю, что я потрачу больше, если я буду с вами драться, нежели наоборот. Во! Уровень якобы кончился. Я нажму на сейф и... О боже, я понял, что это такое. Я понял, чем это будет. И это боль, потому что это битва с двумя попрыгунами. И это ничего хорошего в этом нет. В этом нет абсолютно ничего хорошего. Так, и здесь я поверну, потому что я вижу, что там какие-то что-то вроде мин, да?
Что-то вроде мин. Не помню почему, но мне кажется, что особенно близко подходить к ним нельзя. Собственно, это правило для всех боссов. О, нет. Так. Ну, еще их долго избивать. Но у меня есть надежда. У меня есть вера в светлое будущее, потому что все это пока что не так уж и плохо движется. О, это что? Что? Я ж совсем не так... О, черт! Я что-то такое припоминаю, что один из них бил чем-то вроде меча или это лазерный луч. И получите синенькую. Получите еще одну. Это особенно на них не повлияло, по-моему. Я, правда, не следил, но есть у меня такое подозрение. Я никак не могу по ним выстрелить, потому что они слишком далеко. И, короче, как-то это все не то, что блокируется, но они, что ли, медленно вылетают за пределы экрана, и из-за этого не стреляется никак. Не поется, ни звука не издается без Сережи, без Сережи. Потому что он никак не хочет читать со мной, я знаю. Мне приходится читать одному. Ладно, это мой бред, не обращайте внимания. О, черт. И эта фигня все еще взрывается. Давай. Так. И давай. И вот так. О, черт, вот эту вот фигню я явно не хочу беспокоить. Слушайте, кажется, один из них уже... О, боже. Один из них уже умер, но остался в живых не самый добрый из них. Или они примерно одинаковые? Наверное, не одинаковые. Я, по-моему, такие же атаки видел и у другого. Да. Ну что? Это последние ракеты? Ты прекрасно сел, а я вошел в тебя. Ты понял? Ну что у нас по сюжету? Дромовая миссия, все понятно. Я сохранился, поэтому новая миссия будет в следующем видео. Все у нас хорошо. Я просто все надеялся, что игра закончится. Но игра, видимо, не заканчивается. Поэтому увидимся с вами в следующий раз. В новой миссии. В еще со сливом будущем. Пока!